постараюсь ответить на ваши вопросы. На современном этапе становятся очень популярными такие направления, как вегетарианство, сыроедение. И часто задают такие вопросы: что использовать в своем рационе, чтобы набрать мышечную массу? Что я могу вам посоветовать? Добавьте в свой рацион как можно больше орехов, бобовых, капусты. Это поможет вам набрать мышечную массу. Белок именно растительного происхождения, к тому же, снижает риск различных заболеваний. Также могу точно сказать, что белок из бобовых также полезен, как белок из красного мяса. И однозначно белок из бобовых снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Надеюсь, у меня получилось ответить на ваш вопрос. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока.